Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я вам буду показывать наш гаджет Дашкин, который мы делали своими руками. Я его сейчас тюнингую. Он у нас старый, наш тюнинг попортился. Я делаю новый. Вот оно сиденье отдельно. И вот сама платформа. Колеса. Сейчас я уберу старый тюнинг, который был, и сделаю новый. Вот мы продолжаем. Почистила я коляску. Все, платформа свободная. Значит, у нас еще есть вот такая платформа. Мы ее сделали из Блю Мерлен купили, это у нас получается шумоизоляция. На нее встает сиденье для того, чтобы подошвы ножки загибались в коленках. Потом я покупаю Блю Мерлен пленку самоклеящуюся, любой цвет, который нравится. И вот сейчас буду обделывать и покажу потом вам, как это выглядит уже в конце работы. Так, коляска готова. Мы ее сделали, обклеили. Вот она, эта платформа для того, чтобы сгибались колени. Платформа на колесах и стульчик. Вот такая красота выходит. Эту платформу я потом приклею. Сейчас не буду это делать. Спросим Дашу, нравится ей новая коляска. Дашуль! Нравится тебе новая коляска? Красивая? Да. Будем на ней кататься? Да. Выходит вот такая вот колясочка, на которой Даша катается. Ее современный гаджет. Красивый. Спасибо всем. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.